Гимназия номер 8, старейшая школа Шымкента. Строительство дополнительного корпуса здесь началось из-за того, что часть территории не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Здание довольно старое, школа была основана 144 года назад. Объект рассчитан на 1100 учащихся. Предусмотрены большой актовый зал, спортзал, библиотека и столовая. Планируют уже к 1 сентябрю здание сдать под ключ. За парты в новом корпусе гимназии ученики сядут уже 1 сентября. Здесь будет столовая на 250 человек. На втором этаже спортивный зал. Там главный вход и кабинеты. Это А-блок. А в блоке Б половина здания будет состоять из учебного корпуса, а в другой части – актовый зал. С одной стороны пол один, а там другой. Необходимо продумать детально все. Аким Шымкента от застройщика требует создать комфортные условия для учащихся и педагогов. Необходим строгий контроль, чтобы построить качественно и успеть к новому учебному году. Я лично слежу за тем, как идут строительные работы. А в 45-й школе за счет строительства дополнительного корпуса решают проблему с трехсменным обучением. 45-я школа была построена в 1934 году. К ней мы пристроили новое здание на 400 мест. Таким образом, разгрузим учебное заведение. Школьники смогут заниматься в две смены. За счет строительного бума в мегаполисе хотят решить проблему дефицита ученических мест. Ежегодно в Шымкенте регистрируют рост рождаемости. Школы, построенные за счет частных инвестиций, будут работать в рамках программы подушевого финансирования и станут бесплатными для детей. Планируется, что 26 новых объектов сдадут уже в этом году. Шудин Саидов, Фамантай Ульбеков, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.